А если я решила с кем-то позаигрывать? Просто так. Что? Ну, а если я решу с кем-то пофлиртовать? Просто так. Ты, кстати, ревнивая? Нет. Нет? Мне кажется, нет смысла в ревности. Ревность в голове ревнующего. Ты не ответил на вопрос. Не знаю. Я думаю, что, скорее всего, просто убью вас. Женщины, ищите в мужчине ребенка. Так говорил Заратустра. Ум, образование, красота. Почти неприличное сочетание для женщин. Я еще из Липецка.